господа, прослушайте наше объявление. Вы находитесь на территории аэропорта Школова. Пожалуйста, соблюдайте меры безопасности. Внимательно следите за личными вещами. При обнаружении подозрительных предметов срочно сообщите службе безопасности. Ladies and gentlemen, listen to the announcements. You are located on the territory of Школова Airport. Please follow safety precautions. Follow closely the personal belongings. When detecting suspicious items, report to the security office immediately. Уважаемые дамы и господа, мы рады приветствовать вас на борту авиалайнера Spoon Airlines, который вскоре совершит взлет с аэродрома Школы номер один. Уважаемые провожающие, заканчивается регистрация на рейс номер 2511. Пройдите к выходу. Chers accompagnateurs, l'enregistrement pour le vol 2511 est fini. Allez à la sortie. Летайте самолетами авиакомпании School Airlines. Это надежность, безопасность и уверенность в завтрашнем дне. Pilotez les avions de la compagnie L'École Airlines. C'est la sécurité et la confiance dans l'avenir. За штурвалом самолета пилоты высшего класса. А также вас обслуживают наши обаятельные стюардессы. Мы готовимся к взлету и просим вас проверить свои ремни безопасности. Благодарим вас за внимание.
вас на борту нашего авиалайнера. Просим удобно расположиться в креслах. Расслабьте корпус. Руки положите на подлокотники. И с удовольствием смотрите прямо перед собой в окно иллюминатора. Слева и справа от вас находятся приятные люди. В случае экстренного желания поделиться своим хорошим настроением, повернитесь и улыбнитесь им. По традиции нашей компании, не только мягкая посадка, но и все важные моменты полета сопровождаются аплодисментами. Дорогие друзья, 85 лет мы летим. Все стремительнее к достижению новых высот. Все ярче, открывая новые звезды. Наша школа действительно похожа на большой надежный авиалайнер, который мчит нас в большое счастливое будущее. На счету которого 85 успешных взлетов. И ни одной аварийной посадки. Все потому, что управление нашего лайнера находится в надежных руках настоящих профессионалов. А качество, дисциплину, безопасность и комфорт полетов обеспечивает дружный, творческий, квалифицированный экипаж. Наши любимые учителя. Ну, а за отличное настроение, шум, гам, веселье и вдохновение отвечают его пассажиры, наши любимые ученики. Уважаемые гости, мы благодарны вам за то, что вы приобрели горящие путевки. Обладатели счастливых билетов получат призы и подарки от спонсора нашей поездки. И в этот праздничный день вместе с нами отправляетесь в юбилейный тур по маршруту 85 лет высокого полета. Дамы и господа, вас приветствует командир корабля Руновская Елена Николаевна. Уважаемые гости, вас приветствуем на борту нашего авиалайнера и праздник, посвященный 85-й годовщине высокого полета школы номер 1, разрешите считать открытым.
С вами находимся в историческом месте. Это старая часть Кстова, как сейчас называлась. В 1937 году на этом месте вот этот корпус начали строить родители, а также ученики нашей школы. И с 1937 года так сложилось, что исчисление возраста нашей школы идет с 1937 года. Что-то волнение меня сегодня одолевает. И хотя, если говорить о возрасте образования Кстовского района, то нужно сказать следующее, что первое упоминание образования в селе Кстово, это документ, это исторический документ, нашли наши учителя под руководством Валентины Терентьевны Королевой, это руководитель нашего школьного музея. Первая дата, она является, или исчисление, с 1864 года, вот какой возраст, то есть 148 лет образования Кстовского района. Ну и когда мы готовились к празднику, то сразу подумали, а что же символизирует наша цифра, такая круглая, интересная, ну и солидная. 85. Ну и решили, что 80 – это опыт, это профессионализм, это жизненное испытание. Опять это любимая оценка. Это пятерка нашим учителям, нашим родителям, нашим ученикам. Пятерка за то, что замечательно учат, это нашим учителям. Пятерка за то, что наших детей отлично, с любовью и с добром воспитывают наши родители, это им. Пятерка нашим ученикам за то, что они серьезно, по-взрослому впитывают в себя знания, впитывают в себя опыт родительский и учителей. Это так, мы объясняем нашу дату. Ну и в этот праздничный день, в этот праздничный вечер хочется сказать большое спасибо за нелегкий труд, который отдает свои плоды по истечении многих, не только лет, но и десятилетий. Это хочется сказать спасибо нашим ветеранам. Большое вам спасибо и низкий поклон, уважаемые учителя, уважаемые работники школы, кто честью и правдой и с большой любовью к ученикам прожил и проработал в нашей школе много лет. Низкий вам поклон. Большое спасибо нашим учителям сегодняшним. Все говорят, где учился, там и пригодился. Вот 50% работников школы – это выпускники школы. И они, наши работники школы, они также с честью, с сильной, с большой отдачей и любовью, и уважением к детям отдают свой труд, воспитывают детей, радуют родителей, а также учат наших граждан России. Большое спасибо мне хочется сказать всем гостям, всем добрым друзьям нашей школы, которые в радостный момент нашей жизни, жизни нашей школы, находятся вместе с нами. Раньше была такая пословица «друг познается в беде», но сейчас дети у нас продвинутые, они нам говорят, что друг познается в радости. Вот не каждый человек может радоваться за своего друга. А так как вы сегодня, уважаемые гости, вместе с нами в эти радостные минуты, мы очень горды, говорим вам большое спасибо. А всем присутствующим в этом зале, а также работникам школы,
и всем-всем добрым людям, родителям, детям. Мы желаем добра, радости, благополучия, мира и здоровья. Спасибо, мы вас любим. На нашем празднике присутствуют почетные гости. На сцену для поздравления приглашаются Носов Николай Вячеславович, заместитель главы Кстовского муниципального района. Медведев Юрий Сергеевич, председатель Совета депутатов Кстовского муниципального района. Долгих Александр Николаевич, директор департамента образования Кстовского муниципального района. Сухарев Александр Владимирович, советник главы администрации Кстовского муниципального района. Романчук Владимир Павлович, кандидат военных наук, доцент, полковник в отставке. Добрый день, дорогие друзья. От имени по поручению главы местного самоуправления, у нас, к сожалению, Иван Геннадьевич в командировке находится, мне поручено зачитать поздравительный адрес уважаемая Елена Николаевна. Администрация Кстовского муниципального округа сердечно поздравляет вас, всех педагогов, ветеранов педагогического труда, родителей и обучающихся с 85-летним юбилеем школы. Школа номер один – одна из старейших школ Кстовского округа, которая имеет свою историю и свои традиции. Сегодня вы организовываете дополнительные места в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка». Ведете работу в рамках профильного обучения, в рамках программы военно-патриотического воспитания создан военно-патриотический клуб «Росич», на базе которого организован оркестр специальных маршевых барабанщиков. Являетесь участником межрегионального военно-патриотического общественного движения «Юные карбышевцы». Желаем школе номер один долголетия и процветания, любознательных учеников, побеждающих на городских и всероссийских олимпиадах. Глава местного самоуправления Уланов Иван Геннадьевич. Елена Николаевна, в вашем лице, конечно же, вас, ваших коллег, ваших ветеранов, искренне от души поздравляю с этим замечательным праздником. Надеюсь, буду вашим другом. Это график, сказали, 85, наверное, можно разделить на такие две цифры. Пятерка, это, естественно, оценка отличника, а восьмерка, это, наверное, не только восьмерка, это бесконечности назначает. Вот пусть ваше обучение ничем не ограничивается, также здоровье, дай Бог вам процветания, полет у вас хороший, ровный, главное, летите высоко и далеко. Еще я хотел поделиться эмоциями, когда первый раз мне передали ваше приглашение, я не знал, куда это приглашение, я его просто взял в руки, вот я не открывал еще, у меня прям вот этот бархат на бумаге. Когда же меня пригласили? Мы за 100 лет. А то, когда я открыл, увидел авиабилет, посмотрел, первая школа, все, я честно здесь захотел быть. И вот как бы не ошибаюсь, делюсь эмоциями, вот сюда прихожу, у вас прям тут так классно, такие хорошие ребята, все круто подготовлено. Смотрю, ребята у вас молодцы, кадеты, у них значки ГТО, еще какие-то знаки отличия. Я уверен, что вы гордитесь своими учениками, своими учителями. Дай Бог всего самого хорошего вам, здоровья и развития. Спасибо большое. Ну что говорят, добра не ищут. У нас все замечательно. Дети отличные, учителя превосходные, у нас только капитального ремонта нет. Мы там сейчас обсуждали. Thank you.
пожалуйста, от нас подарки. Добрый день, дорогие друзья. Мне очень приятно совершать полет на этом воздушном лайнере. Вот октябрь-ноябрь очень юбилейный год, вернее, юбилейный месяц. И мы каждый раз, побывая на юбилее, получаем массу, что ли, удовольствия за то, что мы видим прекрасные глаза наших учеников, прекрасных наших учителей. Елена Николаевна, примите этот букет цветов от системы образования. И хотелось бы сказать о том, что школа номер один, она первая во всем. Я имею в виду во всех начинаниях. Ведь посмотрите, школа полного дня была организована первая в первой школе. Палаточный лагерь где? В первой школе. Поэтому все начинания, которые мы организовываем, в том числе организуются в первой школе. Поэтому держите марку первой школы и быть всегда впереди, первыми, постоянно. Дорогие учителя, дорогие ветераны, от всей души поздравляю вас с этим праздником. Желаю вам здоровья, крепкого здоровья, вам и вашим близким. Ну, а школе желаю постоянного развития. Ну, а насчет капитального ремонта, что я могу вам сказать? На следующий год планируете разработать проект смены документации. Я надеюсь, что средства мы вам выделим на проект смены документации. А ваша задача, да, но ваша задача будет основная, получить положительное заключение госэкспертизы на этот проект. Мы будем работать над этим. Добрый вечер, уважаемые друзья. Ну, я, наверное, чаще всех здесь летаю, да? Ну, сегодня очень много сказано и будет сказано в адрес нашей школы, да? Я хочу сказать об особенной черте этой школы. Тут очень много перечислили положительных моментов. Я хочу обратить внимание всех здесь присутствующих на то, что в первой школе создан особый микроклимат, который из года в год поддерживается директором и коллективом учителей. Благодаря этому наши дети, они какие-то особенные, они более добрые, более отзывчивые, всегда готовы прийти на помощь. В наше время это очень важно. И я хотел бы попросить коллектив наряду с теми желаниями и теми успехами, которые у вас есть, чтобы вот эта отличительная черта школы, она оставалась на долгие-долгие годы, потому что это сейчас очень важно. В качестве пожелания хочу пожелать коллективу учителей, вам, Елена Николаевна, быть для своих учеников мудрыми наставниками и искренними друзьями. Нашим ученикам хочу пожелать быть достойными лучших традиций нашей страны, нашего города и своих семей. В школе, конечно же, материально-технического обновления. Всех с праздником, с юбилеем школы. Спасибо. Уважаемые друзья, много теплых слов сказано. Присоединяюсь ко всем поздравлениям. 85 лет. Такой срок наверное, затрагивает не одно поколение учителей, учеников, выпускников школы. Поэтому все, кто причастен, кто имеет какое-то отношение к первой школе, от всей души поздравляю с юбилеем. Много правильно Александр Николаевич говорил, что много начинаний пошло от первой школы. Одно из них – это школа вступила во всесоюзное карбышевское движение, которое проходит под эгидой, так сказать, или покровительством начальника инженерных войск Вооруженных сил Российской Федерации.
И, соответственно, по инициативе лично Елены Николаевны, это я четко помню, когда проходил Карбышевский слет к Кстово, по ее инициативе вышли с ходатайством, и школе присвоено имя Дмитрия Михайловича Карбышева. Это военный инженер, генерал-лейтенант, герой Советского Союза. Хотелось бы продолжение этой темы, чтобы школа, ученики, может быть, учителя узнали больше об этом человеке и об его учениках. Подарить вам книгу. Это книга тоже о герое Советского Союза, ученике Дмитрия Михайловича Карбышева, Николай Васильевич Агарков, герой Советского Союза, маршал Советского Союза, начальник генерального штаба вооруженных сил Советского Союза с 75 по 84 год. Он до войны с 38 по 41 год закончил курсантом нашу военную инженерную академию имени Куйбышева. После войны, уже будучи офицером, с 47 по 49 год учился слушателем, закончил академию, затем проходил службу и в инженерных войсках, после окончания академии генерального штаба, соответственно, на различных должностях был и закончил службу начальником генерального штаба вооруженных сил СССР. Этот человек принимал решение на уничтожение американского Боинга на Дальнем Востоке. Помните такой момент, да, из истории. Вот. Поэтому никто не решился, он принял решение. Вот. Поэтому хотелось бы пожелать и в дальнейшем в школе быть застрельщиком, начинателем всех, так сказать, новшеств, которые будут и в системе образования проходят. Я не знаю, дошло это или нет, то, что принято было в конце августа месяца, так сказать, по поручению президента. Мне очень приятно было слышать это, что статус учителя изменился. Вот. И школа уже не предоставляет образовательные услуги, а учит детей. Вот. Ну и, соответственно, в данной ситуации, в которой находится наша страна, повсеместно идет движение такое под, так сказать, и в Министерстве, как мы, просвещения сейчас называется, в Министерстве просвещения, я вот смотрю, и по ленте новостей идет, и так далее. Застрельщики тут появляются у нас в области Дзержинск, Выкса и так далее. Везде вводится в школах начальная военная подготовка. Это отрадно, я думаю, что может быть первая школа застрельщиков тоже выступит. По этому вопросу. Всем желаю счастья, крепкого здоровья и удачи во всем. На память о первой школе, о педагогическом коллективе. Примите, пожалуйста, благодарственные письма. Вам на память. А наш зал бурные аплодисменты передает нашим гостям. Даже переходящую новацию. Спасибо вам большое. Уважаемые дамы и господа, наш первый пункт назначения – терминал Д. Это наш самый неугомонный, шумный и озорной терминал. Детство! Встречайте!
полет нормальный. Температура за бортом теплая, солнечная, озаренная десятками улыбок. Авиакомпания School Airlines сообщает, что лайнер совершил взлет с аэродрома Школова, где самые незабываемые и неповторимые для каждого человека годы жизни. Для награждения благодарственными письмами главы администрации Кстовского муниципального района приглашается заместитель главы администрации Носов Николай Вячеславович. Награждается заместитель директора школы номер 1 Кустарева Ирма Дмитриевна. Благодарственным письмом главы администрации награждается учитель физической культуры Мочалкин Михаил Владимирович. Награждается учитель физики Серова Светлана Евгеньевна. Благодарственным письмом главы администрации награждается учитель начальных классов Смольникова Людмила Евгеньевна. Письмом награждается учитель информатики Цирлин Игорь Борисович. Благодарственным письмом главы администрации награждается учитель истории Чумакова Наталья Дмитриевна. Грамотами Департамента образования Кстовского муниципального района приглашается директор Департамента образования Долгих Александр Николаевич. Грамотой Департамента образования награждается учитель начальных классов Грязева Ирина Вячеславовна. Почетной грамотой Департамента образования награждается Долгова Валентина Васильевна, учитель математики. Грамотой Департамента образования награждается учитель английского языка Плыкова Юлия Вячеславовна. Образование награждается учитель физической культуры Клячева Елена Андреевна. Почетной грамотой Департамента образования награждается главный бухгалтер школы номер 1 Сошникова Елена Ивановна. Департамента образования награждается учитель начальных классов Спиричева Анна Валентиновна.
грамотой Департамента образования награждается учитель русского языка и литературы Чумовицкая Наталья Геннадьевна. Департамент образования награждается учитель английского языка Шахрова Екатерина Андреевна. Почетной грамотой Департамента образования награждается учитель начальных классов Щаглина Елена Александровна. Для награждения почетными грамотами школы приглашается директор Ируновская Елена Николаевна. Почетной грамотой награждается учитель английского языка Вадина Елена Владимировна. Почетной грамотой награждается секретарь учебной части Быстрова Ольга Николаевна. Почетной грамотой награждается учитель русского языка и литературы Ворожейкина Мария Павловна. Почетной грамотой награждается учитель начальных классов Гришаева Ольга Вячеславовна. Почетной грамотой награждается заведующая хозяйством Литкова Надежда Арсентьевна. Почетной грамотой награждается учитель начальных классов Мартынова Юлия Владимировна. Почетной грамотой награждается учитель русского языка и литературы Мочалкина Ольга Дмитриевна. Почетной грамотой награждается учитель начальных классов Разуваева Ирина Александровна. Почетной грамотой награждается воспитатель группы продленного дня Сидорова Александра Григорьевна. Почетной грамотой награждается учитель начальных классов Светлова Ирина Александровна. Почетной грамотой награждается учитель
биологии Заснина Галина Сергеевна. Почетной грамотой награждается учитель начальных классов Чернышова Татьяна Павловна. Почетной грамотой награждается учитель музыки Юсова Наталья Ивановна. Это еще не все благодарности. Благодарностью награждается гардеробщик Бабочкина Мария Витальевна. Благодарностью награждается учитель начальных классов Грузинина Марина Николаевна. Благодарностью награждается воспитатель группы продленного дня Варенцова Надежда Федоровна. Благодарностью награждается специалист по закупкам Высокого Наталья Сергеевна. Благодарностью награждается гардеробщик Кучумова Ирина Борисовна. Благодарностью награждается учитель математики Приходько Ксения Владимировна. Благодарностью награждается медицинский работник Юсова Ирина Петровна. Благодарностью награждается электрик Пекушев Андрей Викторович. Уважаемые пассажиры, просьба приготовить билеты для контроля. Разыгрывается первый счастливый билет. Итак, внимание на экран. Обладатель счастливого билета номер А-008. Просим вас подняться со своего места. Школа – самая удивительная страна, где каждый день не похож на предыдущие, где каждый миг – это поиск чего-то нового и интересного, где нет времени скучать, где каждый ученик – строитель своего будущего. Но ведь без прошлого, как известно, нет будущего. Помните, знаменитое, с чего начинается Родина?
Правильно, с картинки в моем букваре, то есть со школы. А иначе и быть не может. И мы вновь набираем высоту. Каждый день наш лайнер подвергается колоссальным перегрузкам. Подумать только, ведь ежедневно здесь работает экипаж в составе 41 человека и 820 пассажиров. На сцену для поздравления приглашается Белова Ирина Анатольевна, начальник информационно-методического отдела Департамента образования Кстовского муниципального района. Директора школ города и района.
вам, дорогие друзья, потому что за многие годы совместной работы мы стали со многими из вас действительно друзьями. Друзьями по профессии, друзьями по жизни. Сегодня уже было много сказано об этой замечательной школе. 85 лет школе, которая является не просто площадкой инноваций, а площадкой для транслирования опыта по духовно-нравственному, по гражданско-патриотическому, здоровье сберегающему воспитанию наших детей. Безусловно, бегут годы, достойная дата, меняются члены экипажа, меняются бортпроводники, меняются стюардессы, меняется погода, но тем не менее остается на века преданность учительского сердца своей профессии. И именно благодаря этой преданности ни один конкурс профессионального мастерства, который организуется на уровне муниципалитета, не пропускается педагогами этой школы. Победы и в конкурсе «Самый классный классный», и победы в конкурсе «За нравственный подвиг учителя», и победы в конкурсе по программе «Разговор о правильном питании», и победы в конкурсе «Учитель года», и первые занковские классы, и первые классы шестилеток. Это все благодаря великому благословенному труду вас, уважаемые дорогие коллеги и друзья. Пусть будет благословенна эта история. 85 лет. И все имена, которые создают, создавали и будут создавать историю, встречают на пути мирное небо, благоденствие и благополучие. И пусть полет ваш будет счастливым, спокойным, удачным, созидательным и вдохновляющим. С праздником! Спасибо. Всем добрый вечер! А я вот сидела, когда думала, что же сказать. И мне на память пришли слова из детской песни советских времен. «Школа, школа, ты похожа на корабль, бегущий вдаль». И сегодня на вашем корабле удивительный праздник, славный юбилей. Подумать только, 85 лет ваш корабль бороздит воды океана знаний. Менялись капитаны, обновлялась команда, но ваш корабль уверенно шел вперед, согласно заданному курсу, преодолевая штормы, бури. И сегодня, находясь в таком, знаете, уважаемом возрасте, он продолжает нести вахту достойно. Ну, скажу пример такой. Очень мудро поступая, осторожно, обходит все подводные камни действующих федеральных государственных стандартов. Осторожно, но грамотно обходит рифы, айсберги и скалы Обрнадзора, Потребнадзора, Пожнадзора и МЧС. Ну а когда приближается шторм под названием ОГЭ и ЕГЭ, тут уж вся команда, от мала до велика, от капитана до юнги, денно и ночно достойно несет вахту до победного конца, причем зная, что верхний порог бывает до 42 баллов, а нижний не пускается до 24 баллов, и достойно выходит из этой битвы, ни разу корабль не сел на мель. И только лишь полтора месяца, июнь и август, он заходит в свою родную гавань, швартуется для того, чтобы сделать омолаживающую операцию, косметический ремонт, и с 1 сентября вновь по волнам океана знаний. А почему?
Да потому что, посмотрите внимательно, сплоченную команду этого корабля возглавляет кто? Энергичный, молодой, талантливый, трудолюбивый, трудоспособный, я не знаю, сколько еще эпитетов можно назвать, капитан этого корабля, Руновская Елена Николаевна, уважаемые дамы. Уважаемые Елена Николаевна, уважаемые коллеги, желаем школе процветания в чудесный этот юбилей. Для педагогов всех признание и море знаний для детей. Чтобы в этих стенах ежедневно звучали шум, веселый смех. Во взрослой жизни непременно выпускников бы ждал успех. Пусть школа станет тем магнитом, который всех всегда манит. И достижением открыты пусть двери настежь, плечо, который всех всегда влечет. И достижением открыты все двери настежь круглый год. Капитан корабля, от себя лично хочу вручить чтение для души. Так и написано. Это самый сдат школы номер 6. Капитану большого корабля под названием «Школа» Руновской Елене Николаевне в день славного юбилея школы. Пассажиры этого замечательного лайнера в лице нас и тех, кто не смог приехать, вручает вам вот этот прекрасный букет. Возьмите его, пожалуйста. Вот этот приветственный адрес, мы не будем его читать, потому что все слова Галина Викторовна уже сказала, еще сколько скажу. Ну и наш маленький-маленький подарок. А мы желаем вам продолжать бороздить просторы Вселенной, преодолевать все препятствия, в воздушные ямы стараться не попадать и осваивать геополитическое пространство на ниве просвещения. А это вам небольшой презент на память о первой школе и о таком торжественном и радостном и веселом дне. Спасибо, что вы с нами. Мы вас любим. На праздник были приглашены многие наши и друзья, и соратники, и бывшие работники, а также директора школ. За такой большой период исторический у нас более 10 директоров сменилось в данной школе. Мы приглашали Светлану Николаевну Гашкову, она, к сожалению, не смогла по семейным обстоятельствам. Валентину Петровну Максимову, к сожалению, она заболела, но сегодня прислала всему коллективу и всему зрительному залу телефонограмму и велела обязательно зачитать на празднике. С юбилеем, мои родные! Люблю, скучаю, я с каждым из вас навсегда. Бурные аплодисменты! Пользуюсь случаем, сейчас я дайте в руки микрофон, чем я про Цинни Кобзон не могу вам отдать уже. Волнение почти закончилось, началась работа. Ну и в этот торжественный день очень хочется благодарственные письма вручить нашим соратникам, союзникам, нашим помощникам. Наталья Дмитриевна, готова? Захарова Тамара Петровна. Тамара Петровна, наш кормильчик. Примите от нас благодарственное письмо. Светлана Владимировна Семец, генеральный директор Волга Дека. Это коллеги, дружки, любовь нас связывает с вами. Спасибо, мы помним.
ДРО, СВ. Мы уже много лет дружим, сотрудничаем и любим друг друга, как Мария Викторовна тоже выпускница первой школы. Я сейчас могу вас учить, что Мария Викторовна, когда училась в 10 классе, а я в 6, она меня главное, учила... чтобы она не озвучила, когда я ее закончу. Я говорю, что когда я училась в 6, вы меня учили баскетбол играть, баскетбол. Взяли запасным игроком в сборную команду школы. И Молодцову Алексею Николаевичу также очень хочется сказать большое спасибо за укрепление материально-технической базы нашей школы. Большое вам спасибо. Мы никогда не устанем благодарить наших любимых учителей за то, что они всегда молодые, творческие, красивые, мудрые, энергичные, целеустремленные, за то, что они всегда рядом. Уважаемые пассажиры, просим приготовить билеты для контроля. Разыгрывается второй счастливый билет. Итак, внимание на экран. Просим вас подняться со своего места. Hi, Bobby. Hi, Ken. You gonna go for a ride?
признательность и уважение хочется сказать сегодня педагогам, которые на протяжении всех этих непростых 85 лет своими руками создавали историю нашей школы. Сегодня в зале присутствуют те, кто в течение многих лет сеял разумное, доброе, вечное. Благодаря вам, дорогие наставники, в нашем школьном семейном доме тепло и уютно. Примите от нас скромные памятные подарки в знак благодарности. Уважаемые ветераны педагогического труда, мы просим вас подняться со своих мест. Я хочу.
Уважаемые пассажиры, просьба приготовить билеты для контроля. Разыгрывается третий счастливый билет. Итак, внимание на экран. Обладатель счастливого билета номер А015. Уважаемые гости, посмотрите в окно иллюминатора. Мы пролетаем над чудесным полем. Что же в нем чудесного? Каждый год на этом поле, как в сказке, вырастает много золотых. Золотых? Нет, не монет. А самых настоящих золотых медалей и кубков победителей. Я поняла. Это поле достижений. Совершенно верно. А выращивают этот победоносный урожай, демонстрируя небывалую силу духа и волю к победе. Наши талантливые учителя. Еще у нашей школы много разных славных традиций. Одна из главных – воспитание патриотов и защитников своего отечества. Внимание! Перед вами оркестр специальных маршевых барабанщиков имени военного дирижера Алексея Ведерникова, руководитель гвардии старший лейтенант Полунин Вадим Валерьевич. Встречайте!
проходят школьные годы. Нашей школе 85, а она с каждым годом все моложе и краше душой. У каждого с ней своя история, свои воспоминания. И для каждого она кусочек жизни, часть семейного альбома. Сколько семейных династий учились и учатся в нашей школе. Сколько семей верны нашей школе. Выучившись сами, доверяют нам уже третье поколение детей. Наша школа гордится семейными, трудовыми и педагогическими династиями. Наверное, поэтому выпускники не перестают радовать нас своими успехами уже во взрослой жизни. Они помогают школе, творят и горят душой. Ушедших из жизни учителей минуты молчания. Thank you.
Наш лайнер летит стремительно вперед. С высоты полета мы можем разглядеть все уголки нашего необъятного, любимого школьного континента. Родительские собрания, педсоветы, отчеты, классные дела, уроки и шумные перемены. И везде большую роль играет учитель. Уважаемые пассажиры, просьба приготовить билеты для контроля. Разыгрывается следующий счастливый билет. Итак, внимание на экран. Обладатель счастливого билета номер B012. Просьба подняться вас со своего места. Остров. Самолет вынужден совершить экстренную посадку. Просьба пассажиров пристегнуть ремни безопасности. Наши радары подсказывают нам, что остров обитаемый, музыкальный. Нашей Родины знания. Голубь и небо поднять, за тебя Родина-мать, и до конца будет знать.
конь улетит. Хочу от себя сказать, что, ну, от себя и от имени всех учеников, что наша школа – это наш дом, где нам очень уютно и тепло, где есть взаимопонимание, справедливость, дружелюбие, где мы решаем не только учебные проблемы, но и сложные задачи, где нам хорошо. Действительно, находясь в надежных, уютных стенах школы, нашим ребятам не страшны никакие ветра, но есть на свете ветер перемен, который свежим порывом врывается в судьбу каждого человека. И рано или поздно он изменит и привычную жизнь наших учеников. Уважаемые пассажиры! Мы совершаем плановую посадку для дозаправки хорошим настроением. Просим всех занять свои места. 12:48. Ты печаль уже не прячешь.
верности своему делу нет настоящего педагога. Щедрость души, любовь и настоящий интерес к делу, готовность отдать все свои силы и знания – вот личные качества педагогов, работающих в нашей школе. За 85 лет в копилке достижений школы 378 золотых и серебряных медалей. Каждый год наши ученики становятся финалистами и победителями городских, областных и всероссийских конкурсов и соревнований. Мы приближаемся к следующему пункту нашего маршрута – образовательному терминалу П. Педагогов, профессионалов. Встречайте! Thank you.
поднялась бы в своих достижениях так высоко. Школьные стены помнят голоса предыдущих директоров, а школьные коридоры ни с кем не спутают вашу поступь. Примите благодарность от всех нас. Много-много лет пусть бьются беспокойные сердца. Тебе желаем света и побед, и мы с тобой навеки до конца. До свидания, друзья! До новых встреч! Я уже говорила, минуты радости. Праздник на сцене закончился, но сейчас в спортзале, уважаемые учителя, ветераны, выпускники, ждет мастер-класс по аэробике. Я прошу пройти за Михаилом Владимировичем, Михаил Владимирович, Игорем Борисовичем в спортивный зал. Уважаемые директора, работники департамента образования, уважаемые гости, мы проведем с вами 42-й кабинет. Сейчас пришла телефонограмма. Будет проходить ВКС по теме «Учебно-воспитательная работа школ города и района города Кстово».